Лидский колледж – это динамически развивающееся учреждение образования. Территория творчества и успеха. Мы идем в ногу со временем. Осуществляем подготовку специалистов по востребованным профессиям не только в Гродненской области, но и во всей стране. Мы держим руку на пульсе времени. И сегодня колледж – это многоструктурное, мобильное, современное образовательное учреждение, дающее хороший старт для профессионального успеха. Наш колледж – это 4 учебных корпуса, 2 обустроенных общежития, открытый стадион и 2 спортивных зала. Современная материально-техническая и лабораторная база. Мастерские для прохождения практик, оборудованный автодром, зал ритмики и хореографии. Наши преподаватели откроют вам неповторимый мир разнопрофильных профессий. Кроме традиционных лекций и семинаров, вас ждут реальные кейсы, работа в команде и интересные проекты. Наши учащиеся участвуют во многих трендовых проектах, конференциях, семинарах, конкурсах и фестивалях. Обучаясь у нас, вы откроете для себя мир новых возможностей. Лидский колледж – это отличная стартовая площадка для реализации любого проекта. Нам доверяют абитуриенты из разных уголков нашей прекрасной страны. У нас учатся ребята из Брестской, Минской, Витебской, Гомельской, Гродненской областей. Наше учреждение образования – это территория больших возможностей и перспектив. Мы предлагаем широкий спектр специальностей на 4 отделениях – автомобильном, строительном, гуманитарном и отделении электроники. Выпускники автомобильного отделения могут управлять транспортными средствами, диагностировать их состояние, проводить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Строительное отделение готовит специалистов для работы в строительной отрасли. Выпускники отделения могут работать в ремонтных и строительных организациях, в жилищно-эксплуатационных управлениях, проектных институтах и службах капитального строительства, на должностях мастера, производителя работ. Сферой профессиональной деятельности специалиста отделения электроники являются промышленные предприятия, организации, имеющие электронные вычислительные средства различного назначения. Гуманитарное отделение – это будущие педагоги, которые получают необходимые навыки, проходя практику в школах и детских садах. Работая в летних оздоровительных лагерях, участвуя в волонтерском движении и шефской работе. Выпускники гуманитарного отделения могут работать в школах, гимназиях,
учреждениях дошкольного и дополнительного образования. На гуманитарном отделении функционируют две специальности – дошкольное образование и начальное образование. Кроме учебы, учащихся ждут фестивали, конкурсы, ток-шоу, заседания совета учащихся, репетиции, концерты, капустники. Функционируют 27 объединений по интересам дополнительного образования. Волонтерский отряд «Калейдоскоп», 9 спортивных секций, а ежегодные праздники – отличное начало попробовать свои силы в профессиональной деятельности. А если у вас есть собственные идеи, то пространство колледжа – отличная возможность предложить и воплотить мечту в реальность. Учись с нами! Выбери достойное будущее!